Здравствуйте, всем привет, hello. Это мой канал в YouTube. Представляете, у меня свой канал. Я не знаю, как тут что делается, но для начала давай возьмем камеру, уберем их с двух чашек кофе и коробки. И будем снимать нестатично. Короче, у меня свой канал, я очень сильно рада. Я не знаю, надеюсь, вам тут понравится то, что я буду делать. Я буду делать что-то для души. Не значит, что все только юмор, не значит, что все только сопли, а скорее всего будет что? Комбинация, группа, включаем. Будет комбинация и что-то, чего-то милого, душевного, что мне сейчас, например, ближе, чем просто жесткий какой-то юмор. Влог снимаем, пойдем. Это видео, с которого, собственно, начнется вообще весь мой канал. И угадайте, в каком городе я сейчас нахожусь. Нет, не Савеловская. Это Париж. Пошли в окно. Пошли в окно. Это Париж? Я выйду в окно. Всего доброго, блядь. Я не вру. Даша, добро пожаловать. Ёб сына, Ира! Извини, я не знала. Первая причина. Почему я в любой момент жизни, когда мне плохо, когда мне хорошо, когда мне говорят, можно поехать в отпуск, я все время первое, куда я думаю ехать, это Париж. Окей, merci à vous, bon courage. Париж. Потому что у меня здесь живет моя лучшая подруга. Свет, как дела, Свет? На, красный. Ты можешь мою шампанское пьешь? Рассказать про нее. Ее зовут Светлана. Светлана Погодина. У нее уже тут двое детей, у нее вот гражданство, все на свете. А мы с ней дружим с 19 лет. Мне сейчас 41. Посчитайте сами, сколько, типа, мы дружим. Я вообще считать не умею. Это сколько мы дружим. Так, ладно, соберусь. 10, 11. А я у Дедушки Мороза попросила мозги. Сколько, блин? 20 лет, что ли? Прости, я не слушала. 22. Ух ты, ничего себе, какой кошмар. 22 года мы дружим вместе. Вот, ну правда, это странно. Но мы, типа, она живет здесь где-то лет 20 уже. Короче, мы в институте вместе учились. А потом она переехала сюда, но мы продолжали дружить все это время. Это вообще странная история. Ну, люди не общаются так долго. Тем более на расстоянии. А мы прям сильно совпадаем, поэтому... Я люблю цистит. Ты любишь цистит? Очень. Мы... В любой момент жизни я еду к своей подруге. Иру, иди, а? Я на ладошке ее держу. Я должна наоборот вот тут стоять. Что это видео снимать? Ну да, вот ты прям сейчас ее на руке прям держишь ее. Светлана. Французы почему-то не могут произнести Светлана. Они ее называют Светлана. З, как будто бы з. После того, как мы подружились, подружились наши родители. И стали, короче, еще всей семьей дружить. Я проебала ее свадьбу. Но она уже разводится, поэтому все нормально. Короче, мы все вместе проживаем. Вот год назад у меня в личной жизни ад наступил, и у нее мы не сремся. В Ясе мы хотели сделать все это бордель. Потому что у нас так мало времени, ну, у нас есть что проводить вместе. Вот Светлана была бы мужик, господи, я бы ее отбила. Я как будто к зубному пришла. Господи, как страшно. Ну не будет же больно, скажите, не будет же больно? Нет. Не будет. А что, я хочу сделать сердечечко. Вот здесь. Вот здесь только сердечко, вообще минимализм, просто сердечко. Чтобы не забывать любить себя. Вот такой прикол. Будешь так делать? Это нервно. Ну вот такое. Хорошо. Вообще черное без всего. Хорошо. А где больнее? Вот здесь или вот здесь? Больнее посередине. Тогда вот здесь сделаем. Ну это чуть пони. А тогда красный. Черный, черный. Черный. Хорошо. Лучше красный. Красный? Тоже красный. Давай будет. А какой красный? Место одно. Может, присоединишься? Да. Если место есть. Просто. Действительно. Все, я другая. Я теперь рокер. И красное сердечко. Я не буду смотреть сначала. Я тоже. Нет, ты смотри, пожалуйста. Я хорошо шучу. Я не хочу знать, что происходит. Я тоже. Смотри, это будет вот так. Это без краски.
А, не больно. Нормально, да? Да. Вообще не больно? А, ну, я думала, больно. Я тоже думала, что больно, но видишь, не больно. Не больно вообще. Все. Ну, все качественно. Склейка, я забила всю руку. Я хочу рукав. Или нагав, да? Нагав. Или гав-гав. Нормально ты шутишь. Ну да, ладно. Ну, наврал, конечно, чуть больнее. Больно? Нет. Нет, Свет, не больно. Я бы орала. Мне вот в лицо уколы, когда делают, косметолог, это очень сильно больно по сравнению с тем, что сейчас происходит. Ну или когда любовь безответна, еще больнее. Да? Откуда знаешь? Я не знаю. Вот меня это вообще. Ну конечно. Как сказал, как будто бы выпить хочется как сразу. Как будто бы выпить хочется. А теряли сознание когда-нибудь кто-то? Слушай, много теряют. Да? Не потому что больно, а потому что переживают много. У меня обычно девочки теряют сознание там на входе. А, ну мне так было в детстве. У меня в детстве так было, когда, да, типа я так боялась удалять зуб. Мы с сестрой пришли, она старше, и как будто бы она должна была первой пойти, а она еще сильнее боялась. Я такая, ладно, я смела, я пойду. Мне удалили зуб, все нормально, я вышла и вот из кабинета и такая, пока, и в обморок упал. Ну да. Все, я взрослая. Я делала татуировку. Ну вот, вот на, ай, на этой руке тогда уж. Да. О, на левой. Да. Это лучше. Нормально? Вообще? Вообще. Как комар укусил, да? Даже вообще. Как грач. Если поставить. Извините. Ты же в отпуске. Ну вот, не могу остановиться. Я, у меня настроение классное, потому что что? Девочки, я поздравляю. Спасибо, это наша первая. Мы вместе навсегда. Наша первая совместная тренировка. Для меня это очень комфортный город, потому что я знаю язык. Кому это нужно? Продемонстрируй. А что я скажу? Жадо... Не хочу. Надо... Как будет? А, я спрашивала. Кондиционер? Клима. Я знаю язык, мне очень... ну, то есть, я его не потрясающе знаю. Но хотя, по идее, по образованию я учитель французского. Я могу его преподавать. Я, правда, нормально говорю. Понятно, что со временем, так я его не практикую, я его забываю, но я приезжаю сюда и быстро все вспоминаю. Эйфелева башня, я язык знаю. Мне, например, за знание языка здесь дали что? Номер с балкона. То есть им очень нравится, они не любят английский язык. Всегда радуются, когда люди, пусть даже плохо, но говорят на языке, стараются, а не на английском. Но не по истории, с англичанами не дружат. Вот. То есть я когда говорю по-английски, это просто ублюдство конченое. Ну мы языки знаем, возьмем всех, кто знает языки, у нас будет бордель, ну, мирового интернешнл. I live in Moscow. That's all. В французском р, есть р, есть х, глухая, тах, бах. Окей, вторая причина есть, это у нас английский язык. Французский. И французский, да. Ты внимательно слушаешь. Мы сработаемся, да. Третья причина, ну сейчас будут уже они не такие явные. Нравится архитектура города. Я была в других европейских городах, они тоже красивые, но вот почему-то Париж мне западает в душу всеми эти маленькие улочки, маленькие столики. Я в первый раз, когда приехала, я, конечно, в шоке была, что это вот, вот этот стол, и мы тут обедать будем. У меня, ну, у собаки плошка больше, вот. Но как-то ты в это все погружаешься, и вообще мне очень нравится. Говорят, что мне еще может понравиться Португалия, я туда не доехала еще. Но пока, возможно, я доеду, и все равно в Париж. Если вот посмотреть мои соцсети, как только я в Париже, я вообще другой человек. Я везде улыбаюсь. Везде я.
здесь очень красивые люди. Я вот тот человек, которому очень важно, чтобы было красиво. Я не знаю, как это объяснить. Но это мне мама моя так со стороны посмотрела и сказала, для меня важно, чтобы вот был красивый номер, красивая улица, красивые люди. Их знаешь, как круто снять? Вот так, и как будто мы в кафе сидим, вот мы можем сесть в кафе, и они будут вот так идти, на улице надо сесть просто на эти столики. Мне кажется, это все. Почему в Париж? Мне нравится климат в Париже. Господи, как холодно. В следующий раз шуба. Я здесь вообще другой человек. Я не знаю, как это объяснить. Ну, не вообще другой. Не то, что я тут... Вот так вот сейчас. Я снимаю, и все. И я там Антон. Что-то с рисом и счастьем. Возможно, потому что меня не трогают люди. Еще. Нет, нет, начнешь пить, и тебя снимают. В Париже. Да, как я ненавижу. Заживем. Извините, можно? Привет. Ну ты хоть сними, да то только изобрази. Но я хочу, чтобы на канале у меня были какие-то видео, какой у меня будет контент, я пока не буду рассказывать, и пока еще сама до конца не знаю. Но мне хочется как будто бы душевного контента очень. Вот. Я чуть переросла просто юмор. Просто мне от того, что возраст, может я просто такой человек, не знаю. Может, что-то во мне внутри поменялось, может, психоаналитик все-таки помог. Наконец-то. Мне хочется не только шутить, а еще и что-то душевно разговаривать. У меня вообще, вот что я хочу вам сказать. У меня есть такое подмечание, что как мало стало хорошего, доброго контента. Сейчас все это какая-то жесть. Я не против, и мне некоторые вещи даже заходят. Но как будто бы вот у меня был период, когда мне было очень плохо, и я хотела что-то включить доброе, и я не могла найти, что посмотреть. Склейка, я знаешь, что смотрела? Я нашла, короче, есть каналы прям целые, где японская какая-то женщина, корейская женщина, она просто встает и вот снимает, как она убирается, готовит. И это так успокаивает. У нее просто все аккуратно, чисто, красиво, по-доброму. Она вот там собачку погладила. Хоп, она... И, короче, ну, то есть мне вот хотелось чего-то. Но это перебор, конечно. Такого у меня не будет. Но мне хочется вот найти, ну, какую-то золотую середину, показать хороших людей. Вон Даша, хороший человек. Но никто об этом не знает, надо показать. Ну, короче, мне вот такого хочется. Пойду блевану радугой. Потому что здесь будет мой концерт. Я приехала, и я буду первый раз в жизни выступать в Париже. Для меня это, ну, ого-го-чо. Для меня вот это событие, что у меня здесь концерт, это что-то душевное. Чтобы понимали, я на нем ничего не заработаю. Ну, то есть, это просто реально для меня вот классное событие, которое я в свой личный отпуск, у меня отпуск, а мы вот сейчас поставили камеру на две чашки с кофе и снимаем. Вот, вместо того, чтобы ходить гулять и припивать вино, я такая, нет, я тут все сниму, я тут сделаю концерт. И мне правда очень круто, потому что меня начали писать. Я купил билет в Париж в отпуск. К своей подруге Свете все как обычно. И мне начали люди писать, у вас будет концерт в Париже, у вас будет концерт в Париже. Я думаю, а в натуре, а я же еду, может и сделать концерт в Париже. И вот мы созвонились с организаторами, кто здесь делает концерт, и они такие, о, давайте. И... Концерт продался за 2 недели, это вообще, ну это ж crazy, что ли. Надеюсь, завтра будет классно. Возможно, нет. Может, ничего не выйдет. Да нет, я буду очень стараться, и для меня это будет, ну короче, для меня это классное событие. И мне очень интересно все, что вот почему много причин сразу, потому что в этот концерт вмещается все. Я, когда приезжаю в Париж, я ходила на стендап местный на французском языке, на открытые микрофоны, на сольные концерты комиков. Я изучала этот же рынок здесь.
И вот мы поговорим с девочкой. Мне написала одна девочка, она меня будет разогревать в этом, на этом концерте. Ее зовут Софи Камара, и она наполовину русская, наполовину француженка. И она здесь выступает и на французском, и на русском. Я очень хочу с ней поговорить, узнать, что там и как вообще, как здесь эта сфера двигается. Все, ну ты можешь со мной разговаривать. Да. Познакомилась. Здрасте. Ну, я вообще уже... Сейчас, стоп, секундочку, девочки, извините. Что такое? Просто решила вас прервать. Только можно погромче говорить, да? Софи Камара. Привет. Привет. Она говорит по-русски. Расскажи, вот, ты мне расскажи, сколько здесь ты живешь? Стендап-комик. Стендап-комик. Французский. Париж. Стендап-комик. Париж. Подписываемся. Я уже тут 13 лет живу во Франции. Вообще я из Москвы. Да? Да. Вот, так что не такой, что я французский стендап-комик. Занимаюсь стендапом уже 5 лет. У тебя папа француз? У меня папа африканец. Ну, он из Парижа. Ну, да. Ну, он из франко говорящий. Да, франк, да, из Гвинеи. Там Гвинея и Конакри на французском говорят. У них их... Есть их диалект, еще французский. Франкофон? Да. И он нас сюда привез. И вот я уже как 5 лет занимаюсь тут стендапом на французском. А сколько тебе лет? Во сколько лет ты сюда переехала? Я сюда переехала в 13, мне сейчас 27. Ну, то есть тебе легко было в целом учить? Ну, в целом, да. Ну, потому что я была еще ребенком, я в школу тоже здесь ходила, поэтому я довольно быстро, за 6 месяцев я уже понимала язык, за год что-то я говорила уже. А пап, ты с тобой как разговаривала, на французском? На русском. На русском? Да. Он хорошо русский знает? Ну, у меня папа с мамой, они в России познакомились. Я всегда вообще следила за стендапом, за русским. Mm. Но во Франции у меня не было вообще возможности заниматься русским стендапом, если я сама это не буду развивать. Поэтому я начала заниматься французским. А вот. Бонжур. Да, это очень... Мне нравится, что все милые. Ну, не все, ладно. Да. Это вообще не милые. Это сейчас был не милый? Нет. Ну, суки. Папа у меня хирург был, значит, с мамой они познакомились. Вообще, мама медсестра. Вот. А потом родилась я так, из Доктора Хаус. А ты кто по образованию? Я стендап-комик. То есть ты не... Нет, я училась здесь. Нет, у меня есть, я училась на ресторатора здесь. Ага. Здесь есть самая большая школа во Франции, Ферранди, которая выпускает рестораторов. Я ее закончила, а потом пошла работать. Вот. И ты, ну, то есть у тебя стендап же не основной заработок, правильно? Нет, еще, ну, я к этому иду. Ну, понятно, скорее всего. На самом деле, здесь начать... Просто, потому что здесь очень много площадок вообще, вот, да? Ну, чтобы начать именно просто выступать, это очень просто. Ты можешь прийти... Типа записаться на микрофон легко? Да, ты даже не обязан записываться, здесь есть такие, например, места, куда ты приходишь, ты просто платишь за свой напиток, и если есть свободное место, и ты выступаешь. Блин, у нас нет. Нет? У нас просто стало много, и там надо записаться. То есть ты не можешь прийти просто, сегодня я пришла, и здрасте, можно? Нет, наверное, если я приду, мне разрешат просто, потому что, типа, о, круто, кто-то выступит, типа, попрофессиональнее чуть-чуть. Но вообще, в целом, ну, тебе надо записаться, у нас был такой микрофон, где надо записаться, и ты должен привести двух друзей. Тут тоже такое. Да? Чтобы только ты не записываешься, но ты обязан привести сколько-то людей, чтобы выступить. Да, да. И запись. Да, да. А здесь есть еще одна тема, называется Fridge Comedy Club. Я не знаю, может быть, ты слышала про это. Это один тоже из крупных комедий-клубов здесь. И им заведует один актер тоже молодой, тут довольно известный, Кев Адамс. И туда как раз, чтобы записаться, нужно... Например, если я запишусь сегодня, мне дадут место только в 2027 году. Я думаю, под конец жизни записаться, чтобы на сцене умереть. Ну, запишись, потом продашь это. И все, и ты, типа, ходишь так же под открытым микрофоном? Да, да, вот так. Потом у меня еще была, как своя площадка тоже была, ты можешь тоже здесь открыть, как бы, просто... Ты договоришься с Ресто с каким-то, да? Да, я так делала очень 1,5 года, у меня была своя площадка. Я тоже организовывала опен-майки, приходили комики разные, выступали, было тоже прикольно. Здесь в этом смысле очень просто... Как бы, ну вот, чтобы что-то организовать, что-то устроить. Здесь просто... Типа соглашаются сами заведения хорошо? Да. Ты ничего не платишь, ничего не... Нет, просто, типа... да, просто, ну, заказ. С кайфом, типа, давай. С кайфом, давай. Но все равно это не очень прибыльно пока. А есть какой-то, типа, вот, допустим, ты там что-то начала выступать, ну, как
становишься более-менее там популярной, как это вот происходит? Есть куда-то берут, приглашают, да, или да, как это происходит? Есть. Вот есть, но опять же здесь это не так развито, как у нас, потому что здесь есть Jamel Comedy Club, да, слышали? Да, да, конечно, я там была. Да, вот это похоже... Вот она... магазинам понравилось. Вот, да, хорошая, мне тоже нравится. И вот, например, да, ну как сказать, это такой же эквивалент здесь, как у нас Comedy Club с Пашей Волей, со всеми ребятами. Вот это вот, ты там выступаешь, что у тебя уже все получилось. Вот с этого момента у тебя что-то начинает выходить. А кроме этого есть еще что-то? Кроме этого тоже есть Кадер Раун, вот этот, Панамар Кафе. А вот мы были, потому да, что, да, вот он продюсер тоже. А там у вас какие-то передачи или что? Или передачи знаете, здесь нет, не развито. Вообще не мы... C'est le tournage. Il y a pas un... Ouais, je suis désolée, mais c'est parce que je dois partir. У них нет ключа, может быть. Ты могу там стать. Света на охрану. То есть отдельно нет? То есть ты когда уже становишься и типа можешь свой концерт давать? Да. А живут они на что все? Комики? Да, ну вот на выступление. Ну, вот а, ну ведро, шляпа, шляпа. Да, ведро, шляпа. Ну здесь даже вот знаешь, когда приезжают ребята, Лёша Квашонкин, Дима Коваль, они участвовали тоже здесь. Ну мы организовываем шоу тут тоже с Артём, немножко как чувств, но с искусственным интеллектом. Ага, поняла. Вот, да. И они пришли, и тоже была шляпа в конце, они тоже прям, они увидели то, что ну да, это, здесь это как бы не очень. То есть они думали, что у нас не очень люди как бы кидают там в Москве в шляпу, но здесь реально люди не... Здесь типа да. 1 евро? Ну, вот типа того даже, понимаешь, ты там закончил вечер, допустим, было 35 человек, у тебя в шляпе 70 евро. Ну. Или ты сейчас и на французском, и на русском да. выступаешь? Вот я сейчас на французском поеду выступать вообще в другой город. Я вот ездила тоже в Гавр выступать два дня назад, и сейчас поеду в Руан. Класс. А я еще видела Бордо. В Бордо, да, это новые сцены, тоже там прикольно. Круто бы вот объединиться, то есть что-то начать снимать, чтобы было вот как у нас, типа было куда попадать. Да. Что вот начинают люди заниматься, у них есть потом площадка телевизионная, грубо говоря, или там даже YouTube-площадка, что вот туда они попадают, и у них там они начинают зарабатывать. Ну, то есть... На французском, да, ты имеешь в виду? Да, да. Но да. видишь как, здесь я пыталась тоже сделать шоу на французском и так далее, но здесь это реально, тут, это мафия. Понимаешь? И они не... Ну, что, Жамальдабус да. да. Ты смотри, у меня Астерикс с Обеликсом, блин. У меня уже есть видео и все такое. Я думаю, мне можно было приехать в Москву где-нибудь выступить. И как в Москве работает вот эта вся система с опен-майками. Я тоже сам только тебе сказал, что надо записываться вот там из Минуса. Но это можно организовать как-то. Можно у нас выступить. У нас технички же проходят, прежде чем это. Надо сделать так. Ты здесь будешь выступать, засними видео. И пришли нам, потому что мы по видео уже поймем, подходит ли это нашего ли это уровня. Ага. То есть тут без обид, но... Ну, конечно, да. И мы просто, чтобы ты зря не приезжала. Но если ты просто хочешь приехать выступать, пожалуйста, мы с кайфом. Мы тебя примем, приезжай выступать. Но если уже мы посмотрим, поймем, типа, да, это можно доделать и потом снять, все. И дальше мы пообщаем, ну, посмотрят по материалу, тебе напишут. Там есть пацаны и авторы, которые, ну, типа, они отсматривают. Но в целом мы сами можем смотреть и просто тебя там подписаться. А вот авторская работа, которая у вас там происходит, они сильно урезают? Это я урезаю. Да? Нет, ничего мы не урезаем. Смотри, на самом деле все адекватные. Это все видно, ты выступаешь, и что-то заходит, а что-то нет. Ну, да. Мы прежде чем написать вот монолог один, грубо говоря, и он пишется 3 недели, каждый монолог, примерно. Он, ну вот, когда ты вот в женском снимаешь, то есть концерт — это другое. А вот именно монолог, вот он пишется примерно 3 недели. И у нас технички через день, вот такие же, с разными людьми. У тебя день выступила, через день еще раз убрала то, что не зашло, добила. Еще раз выступила, убрала то, что не зашло, добила. Третий день вот, убрала, не зашло, добила. Перестала заходить то. Ты начинаешь новое дописывать. Ну, короче, и вот так формируется монолог. Поэтому к моменту типа готовности его, ну, потом еще к съемкам чуть дописывается. Мы видим по зрителям, мы не серии «убери это говно», не рассказывай. Нет, ты просто выступаешь, и потом ты понимаешь же, что вот этот монолог, он слабый. Слабый, да. Да, либо, ну то есть мы никого не уговорим, все, перестань. Вот просто к тому моменту он слабый. Из этого берется что-то, оставляется то, что дельное, то, что недельно убирается, и значит ты следующий дописываешь и становится уже хорошим. То есть это просто
Тут нет вот прям, знаешь, жесткого, что-то какое-то это. Угу. Просто что-то понятно даже в тексте. Ну, в целом не в тексте, а вот ты видео присылаешь, ну, да. Вот ты смотришь его, и ты понимаешь уже... Ну да, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Одна шутка, вот, можно сказать, вот эта шутка, да. Угу. Там, идеи хорошие, заезды хорошие, но все надо добивать. Потому что у нас должна быть плотность. Плотность, у нас такой, да, избалованный зритель. Да. Ну, то есть, чтобы в Москве развеселить, надо, ну, прям очень сильно постараться. Да, типа, да, в регион, вот мы едем сейчас на концерты, там более открытые, они такие прям, классные. Прям тут, да. А в Москве у нас, ну, давай, рассмеши меня, я же бесплатно, блядь, пришел. Да. Вот. Здесь тоже так, что-то я хотела... А, вот, мне было интересно тоже, вот когда сказала то, что в какой-то момент шутка перестает заходить. Да, такое бывает. Да, бывает. И вот у меня недавно это было... Обидно. И мне так обидно, да, и ты не понимаешь, почему. Ничего с этим не сделаешь. Нет, и я, кажется, поняла, почему, вот, недавно. Мне кажется, потому что она... Это, ты уже, твоя подача уже не та, ты ее настолько уже отработала. Смотри, что мы тоже, я все рассказываю. Такая теория была у нас. Ты, что я делаю? Я беру, у меня, например, вот записи аудио всех этих диктофон, всегда записываю, типа, вот, вот, Челябинск сольник, Екатеринбург сольник, Пермь сольник, вот, короче. Mm-hmm. Ты можешь вернуться к тому моменту, там, вот, там, год назад, где ты первый раз ее рассказывала, послушать, если потом повторить, и у тебя это поможет, то да, но такое часто. Да, она иногда, она просто перестает, это вот я тоже, мы думали, может, ты уже не то чувствуешь все равно, когда не то чувствуешь, но это тоже херня собачья. Это тоже херня собачья. Ну вот у меня концерт, я, ну, мне уже хочется болевать чуть-чуть от того, что, ну, постоянно ты его расскажешь. Я уже, понятно, половину, ну, то есть там вся жизнь за год, и в разное время меня что-то другое волнует. Сейчас меня уже половина из этого вообще не волнует, но ты просто, ну, вспоминаешь это. Ты mm-hmm. рассказываешь, ты вспоминаешь. То есть это от шутки из-за этого заходить не перестают. Mm-hmm. Я надеюсь, что мы сегодня, я не знаю. Нет, у меня сегодня будет хорошо. И здесь mm-hmm. вообще зал тоже прикольный. У меня просто Артём мой, ну, тоже стендапер, mm-hmm. с которым мы вместе шоу занимаемся, он такой интеллигентный мальчик, я даже маме на него пожаловалась. То есть это нереально. Я говорю, мама, чего с ним вообще такое? Она значит, сказала. Шутки про Булгакова у него? Ну, вот типа того. И она говорит, мам, что с ним вообще такое? Она говорит, Соня, ты понимаешь, что он из очень хорошей воспитанной семьи, что у него действительно просто не было никогда никаких проблем. И, блядь, это не... Да, ну вот. Ну как. Спасибо большое, Ир. Спасибо тебе. Мне очень приятно. Спасибо, что пригласила. Помашите ручкой. Dans les mois une suite au Ritz, j'en en veux pas des bijoux de chez Chanel, j'en en veux pas, donnez-moi. А теперь встречайте на этой сцене Ирина Мягкова. Привет, Париж! Что-то слышу, вообще слышала меня? Да. Я мечтала это сказать, эту фразу. Давайте еще раз. Привет, Париж! Вот, а ровно через неделю смотрите мой сольный концерт здесь, на канале YouTube Ирина Мягкова. Подписывайтесь там, что еще говорят вот это все. Огонечки, лайки. Денежки шлите там.